на море. Мансура показательное выступление, да. Волна. Упражнение волна. Да, плавает, да. Плавает дельфином. Да. Мансур, давай, дельфин. Хороший, да, хороший. О, все, уморился, все идет. Ой, ой. Мансур, ты что пугаешь гостей? Паразюха-то. На, иди, яблочко, иди. Не, он сейчас должен побегать, он обсохнуть же должен. Ай, обиделся, что мы с ним не стали. Ага, пошел туда. Сейчас он пойдет, он там оботрется. Пойдет. Манюня, куда пошел? Мансур. Мансур пошел вытираться. Хай, Тайвань. На солнышко Мансур пошел. Не собирался я в эфир выходить, просто он так плавал дельфином, что невозможно было не снять. О, видели бегающего медведя? Ха-ха, неповоротливый медведь, неуклюжий. Вот вам. Манюня, иди там тебе. Ты мой хороший. Замерз, наверное. А сейчас он отбегает, он просто хочет чуть-чуть обтрясти воду. Будет поэтому... есть яблоко-то сейчас или не будет? Не знаю. Надо у него спросить. Думаю, сейчас вот отсюда он не возьмет, здесь, видите, электропастух здесь и там, он сюда зайти не может. А здесь. Вот, ну вот, да. Спортивный, да, я сегодня уже замучилась за ним бегать. Вы лучше киньте ему тогда. Ну только, чтобы он видел. Мансур. Украина, привет. Нет, сейчас он побегает. Сейчас вы подождите, минут пять он успокоится, побегает, подсохнет. Вот его выпустить. Ну, выпустить. Только его не поймаешь уже здесь, наверное. Ну, тогда, наверное, вы испугаетесь, представляете, идете. Да, и он вот. Ну да, он же авиамедведь. Ну да, сейчас уже самолет. Манюня, Манюня. Молодец. Привет, Алтай, привет, Краснодар. И Питер, привет. Мансур. Да. Зараза. Мансур. Алма-Ата, привет. Ничего себе география какая. Я все не могу никак в кадр попасть. Вот. Красавчик, да. Сейчас отбегается. Это небольшое. Пермь, привет. Небольшое видео просто показать. Вы видели все, как начало видео, как он прыгал? Если не видели, советую потом, когда эфир кончится, перемотать, посмотреть. Новый Уренгой, Казань, Бишкек, привет всем. Боже, сколько людей из разных стран и городов. Крым, Крым, привет. Башкирия, Тбилиси, ничего себе. Сколько людей. Самара объединил медведь один. Придется посмотреть, дальше пойти. Он по лесу, вот как раз походите, посмотрите, это весь его лес. Я сегодня уже... Там все закрыто, не переживайте. Павловский посад, звезда, Мансур, да? Мансур, иди к нам, звезда! Иди, звезда! Красноярск, привет! У нас 20, наверное, градусов.
Тепло сегодня. Уже не очень? Да, Мансур. Сочи, привет, Петербург. Вредный какой, а. Ой, давай. Давай, он. Москва. Что, Мансур, угощение? Аккуратно, молодец. Почему Мансуром назвали? Тут, кстати, вот кто-то из Алтая есть. Вот можете у них спросить. Мансур на алтайском. Это Михаил, это медведь. Ярославль, привет. 20 градусов. Да не, не холодно. Ну, он же просто... Он сейчас еще не голодный. У него сейчас не время. 3 года ему. Не холодно у нас. У нас на солнце очень тепло. Ну, конечно, лапы. Это вилка же у него. У нас ножка у него. Из Берлина. Берлин, привет. Прекрасный город. Сладкий мальчик, да. Яблочко решил покушать. Сегодня узнали. Ничего себе. Привет. Новые поклонники Мансура. Ну что, ты будешь купаться еще? Скажи всем привет. У тебя сегодня друзей так много новых в эфире. Дюссердольф, ох! Как медведь по-немецки будет? Он хочет понюхать вас, ему запахи интересны. А яблоко, если я мутил, он потом же съест? Конечно, у него по лесу разбросаны овощи и фрукты. Мансур, тебе с неба упало яблоко. Это мы ему это и... Бер. Что ему разбили, а это вот ему... Ой, красавчик. Ух ты, столько много людей, которые только сегодня узнали про Мансура. Ну, если сегодня узнали, понятно, почему не знаете, сколько ему лет, почему Мансуром его зовут. Мансуру 3 года. Зовут его так, потому что по-алтайски это Михаил. Весит он 260 килограмм. Да, он большой. Мансик. Вот Мансиком его зовут почитатели уже старые. Что там? Там птички, Мансур. Поэтому это наши друзья, видимо, давнишний. Мансик, да, привет. Алтайский край, добрый вечер. Красавчик, да. Ладно, он просто так купался, я не могла не снять эфир. Он прыгал, он... это олимпийский чемпион он был. Да. А вот, Лада, сегодня много очень людей в эфире, которые первый раз его видят. Да, поэтому вот эта вот женщина героическая, это его мама. Да. Птичек не трогает, нет, он вообще никого не трогает. А кушать, да, ему надо? А, ты хочешь его запереть в шубере, да, в этом вольере, да? Мансур, пошли, Мансур! Давайте вот сюда, в эту часть вольера пойдем, потому что надо в этом... В вольере. Пойдем. Скоро будет чемпионом, да. Олимпийский вид спорта будет. Медвежий брас. Знаешь, он знает. Пойдем, Мансур. Пошли. Мансур. Пошли. Мансур, пошли. Молодец, Мансур. Мансур. Вот сейчас Лада закрывает основную часть вольера для того, чтобы рассыпать еду. Там. Поэтому... Ну, он поиграться хочет, а игры у медведя иногда бывают... Лада, видите, какая маленькая? Она с ним, я думаю, не очень поиграется. Сочи, привет. Чем кормишь? Покажи народу. Ну-ка, покажи, чем кормишь. Сухой корм, да. Орешки. Вот, Мансур у нас не голодает.
Мансур только что купался. Прям вот только что. Вы потом эфир посмотрите в записи. Да, Лада, вот. Покажи. Ага, утром насыпал, он не съел. Но мальчик не голодный, да. Клубнику, кстати, он тоже не съел. Вон она там лежит на этом, на пеньке, и так и ничего не съел он. Сегодня он не голодный, он сегодня ограничился арбузом и кокосом. Это видно, что не голодает, да, такой толстопоп, конечно. Лады рассказывают, вернее, спрашивали люди, что говорят, ты раньше на деревьях залезала. А сейчас что? Сейчас что? Почему? Почему не лазишь? Ага. Было бы интересно. Аттракцион, кто кого догонит. Нет, он не упадет, тот колодец, который рядом с бассейном. Он там уже, он туда заходит, он прекрасно знает, что там колодец. Он туда периодически что-нибудь скидывает, ему это нравится. Достает оттуда, то есть для него это тоже развлечение. Да? Переходите на фрукты, орехи тоже. Будете как медведь, погладить можно его. Папа Андрей сейчас в экспедиции, навестит его тогда, когда прилетит. Прилетит он недели через 3. Вот еда разложена. Сейчас медведя будем выпускать. Надо будет потом вывести плюс. Угу. Не голодный, да. Я же его сегодня кормила этими еще. Угу. Хлебцами, да. Маня, пойдешь кушать? Открывать? Да. А как, он снимает или нет? Это вот не вот так у нас. Угу. Чуть-чуть приоткрой. Мансур, открывай. Мансур, вообще, подожди. Открывай, Мансур. Открывай. Давай. Открывай. Иди, орешки ешь. Я тебе орешки положила. Ага. Иди, Маня, иди кушай. Иди, Мансур. Мансур, где орешки? Иди, морковку кушай, да. Поехали с нами в лес. В лес? Вы за грибами? Ну, пойдем погуляем. Ну, да, хорошо. Куда ты ушел-то? Не хочется мне. Она просто боится. Он может начать обниматься, лезть. А объятие 260 килограмм, так себе удовольствие. Это только Андрей у нас может. Купался только что, прям так купался, что слов нету. Вот любовь. Мансур, да. Вот ему хороший, да. Молодец, ты мой зайка. Да. Иди покушай. Все знает, где у него чего. Классовчик, ты. Ой, ты куда? Он пока не знает, куда он. Куда-нибудь. Ну, давай. Попрыгать, наверное, хочет. Попрыгать, давай, попрыгай, Мансур. Давай. Это Таня. Ага, вот так вот. Вот такие мужчины непостоянные. Да. А ты, женщина, жди. Такого мужчины грех не подождать, конечно, грех. Он сегодня ясен целый день бегаю. Спасибо большое за денежки из Москвы. He already did. You mean swim? Swimming? Yes, he swam. At the beginning of the stream. Лада побежала, ой, Таня побежала. Это еще одна мама Мансура. Побегаем с Мансуром. Побегаем, побегаем, Мансур, давай, 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 бегай.
Давай, 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 побежали, побежали. Кто быстрей? Кто быстрей? Мансур, Мансур. На дерево полезешь? Да, нюхает, нюхает, да. Я сегодня тоже с ним, когда. You may watch it after stream. I will save it. At the very beginning of the stream, you may look at the at his swimming. Тактильного общения ему хватает. Нормально, он и трогает всех, и прыгает. Вот ему хороший. Вот так, вот. Вот. Вот ему халюсий. Красотки, говорят, его такие опекают. Счастливый он, конечно, красотки. Прелесть, да, Мансур, прелесть. Привет, привет. Это не вкусно, это интересно. So tall, yes, he is tall. He is tall and big. Such a huge bear. Худенький. Это неправда, он не худенький. Вы попрыгайте, может, он тоже прыгает. Давай, попрыгай, давай. Давай, попозируй. Нет, давай. Нет, головой. Какой ты полосенький. А, давай лапку. Ага, лапку. Лапку дай. Хмао. Дай лапку-то, красавчик. Хмао – это ханты-мансийский, да, автономный округ, наверное. Я в географии не очень, поэтому вам тоже извините, всем привет, но я надеюсь, что я сказала правильно, никого не хотела обидеть. Does Mansur had his breakfast after swimming? Of course he did. And he also, now he's having a dinner, but he doesn't want to eat now, so he might eat later. Хозяин может с ним... No, he's not hungry. He's just interested in all kind of smells, and that's why he's smelling all the time. Барнаул, привет. Андрей приедет через 3 недели. Вы подпишитесь на его, на него в Фейсбуке. У него там есть аккаунт его экспедиции, и он там обо всем подробно рассказывает. Это будет также интересно тем, кто авиацией увлекается. Нефтеюганск и Сургут. Ого, so great, thank you. Да, это он подкапывает, все он подкапывает, поэтому мы деньги собираем вот для того, чтобы не было вот таких подкопов. Не то, чтобы он хочет убежать, просто ему, как любому ребенку, интересно. Кисловодск, привет. Ух ты, Пытьях, город такой. Нифига себе, такие города интересные есть. Я хоть благодаря Мансуру географию выучу. Наконец-то. Кисловодск. Тепло, там у вас, наверное, теплее, чем у нас. Я Мало-Ненецкий автономный округ. Привет. Да нет, сейчас вот у Мансура, сейчас пойдем этот чехол оденем. Мансур, и домой пойдем. Нет, он сейчас прыгает. Love you all. We love you all, so too. Да, Бурятия. Башкоркостан, Уфа. Угу. Омск. Интересно, в Омске холодно сейчас? Для меня, мне кажется, Омск, Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий, это там, где холодно всегда. И Пермь, мне кажется, тоже холодно. Миасск, Челябинская область. Миасск, это, по-моему, там, где у вас аномальная какая-то зона Миасская. Вы там были? Yes, he does understand what human saying. Убирая территорию, вот вот Таня первая. А Ладу я показывала в начале эфира. Анапа. 15 градусов. Я надеюсь, не минус 15 градусов. Московская область вас приветствует. Украина, привет. Привет. Ну!
Встал и пукнул. Молодец. Конечно, это интересно. А вы почитайте, есть Миасская аномальная зона, правда? Я вот все время мечтала попасть туда. Мне кажется, это так интересно, а вы там живете рядом. Плюс 15 у людей. И жара, плюс 40. Жара где? Волгоград. Не Волга, плюс 40, не Волгоград. Кисловодский, наверное, плюс 40. Да, пальца не надо, он из любопытства может полюбопытствовать. He will become a movie star. Sure, he is already. Да, это правда. Не, нету аномалии. Это, ну, в интернете-то есть, написано. Ну, вам, наверное, лучше знать. Тогда у меня минус из интересных городов, куда я хочу поехать. Тридцать первого мая шел снег. Ничего себе. А вот вторая мама. Вот две мамы рядом, которые за Мансуром следят все время. А что? А, это вот сегодня вот столько шерсти с Мансура из бассейна достали. Вот. Вот будем делать валенки. Валенки, конечно, это за один день. Где метеорит упал. Ну да. И там еще есть этот. Где этот Алешенька, гуманоид какой-то был? О, побежал. Привет. Нет, ему понравились, а там прям... Он не как все. Мансур, ты не хочешь пойти покупаться? Скажи, я только пришел. Да, я потом покажу. Чего ты забегал? Там такая волна была, прям слов нету. Да, как будто он на море. Шерсть лизает старая, как будто похудел. Да не, он не похудел, у него просто, ну как вот собаку вы когда моете, вы когда-нибудь видели собаку мокрую? Она как будто облезлая. Потом высыхает, ничего, сразу становится и толстенькая. Салам алейкум, Караганда. Фильтр не забьет, там три системы очистки, и это все предусмотрели. У нас лучшие строители, благодаря всем вам, мы вот таких строителей и нашли, которые знают все нюансы, поэтому и построили такой прекрасный бассейн. Can anyone touch him? Well, I guess yes, but if you are not afraid, because I am, I wouldn't. And the girls who are treating him every day, they can, they may, they don't have a fear. Ну, они просто почти с рождения с ним. Нет, мы год. Ну. Мы год, а Андрей с рождения с полтора месяца. И да. С маленького щелочка. Ну да, его уже как-то по телевизору показывали, уже куда его взяли для того. Ну да, собак, что ли, работает. А потом нашли. Товарищ вегетарианец, ест овощи. Хочет обнимашки. Зимой бассейн спустит, иначе лопнет Мансурка спать. Ну, надеемся, что эту зиму он будет спать. Потому что вот та, которая была, он не спал. Если у него начнется гон, почитайте в интернете, у медведей не бывает гона. Good night, good night. Мансур is wishing you good night. And thanks for watching. Я люблю медведя. Медведь тоже вас любит. Три года ему. Три года. Все, всем хорошего вечера. А мы оставим Мансура отдыхать. Да. Ну, он еще спать не будет. Ну, просто пока ему. Пока он будет гулять. Да, носик-симосик. Все, пока. Если будет что-то еще интересное, мы обязательно зайдем в эфир с Мансуром. Hi from Taiwan, and I was so happy for you. Гомбо, это правда.
Оленя еще бывает. Пока-пока.